Добрый вечер. Мы пока Паша, не вопрос, не знаю, может, ребята еще подтянутся, они сейчас там на сцене собираются. Мы все рады. Спасибо. Спасибо. Портал «Эквилибриум» и радио «Эквилибриум». И первый вопрос, так как вы только что со сцены, у вас потрясающее эмоциональное выступление. Подскажите, пожалуйста, как восстанавливаетесь после такого большого энергетического выброса? Следующее выступление. Кто как? На самом деле, там вариантов много, и это довольно-таки личная история. То есть кто-то спит, кто-то читает, кто-то смотрит фильмы, кто-то играет в какие-то игры. У каждого свой способ выйти. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос, собственно, связанный с вашими творческими планами. Сейчас вы пишете альбом. Да, можно так сказать. Дело в том, что альбом будет следующий состоять из двух частей. Первая часть записана, сейчас она сводится, потом будет следующий этап мастеринг, но в принципе пластинка уже сама по себе готова. Да, все, что зависело от нас, мы уже сделали, теперь работают другие люди. И фактически она готова, потому что мы сейчас буквально еще неделя другая, и мы получим результат на руки. Осенью будет первая часть. Мы параллельно сейчас работаем над второй. После первой части, видимо, будет какая-то презентация и тур. Затем сразу будет вторая часть. Я думаю, что с небольшим перерывом, там, сколько-то месяцев. То есть поклонникам готовиться. Начинаем. В первых числах сентября начинается ваш концертный тур. Не могли бы вы озвучить города и площадки, на которых планируете выступать? Нет, пока никакого четкого списка нет. Есть запланированные концерты уже точно в двух столицах, в Москве и в Петербурге. Все остальные города в данный момент сейчас договариваются, и мы просто пытаемся понять, как нам удобнее всего построить маршрут. Такой каверзный вопрос. Где приятнее будет выступать, в Петербурге или в Москве? А как можно сравнить разные города? У нас, если честно сказать, нам очень сильно повезло со слушателями. И очень невелика разница между публикой, которую мы видим в столицах, например, и в каких-то совсем небольших городах, в которых мы тоже бываем. Потому что есть вещь, которая нам лично очень приятна. На наш концерт приходят очень разные люди. Очень разные. Люди, которым нравится панк-рок, люди, которым нравится более тяжелая музыка, альтернативная музыка. И практически в каждом городе, в том числе и в Москве, и в Петербурге, мы можем увидеть, наблюдать очень похожую картину. И поэтому мы на самом деле едем в какой-то город. Мы едем на концерт в Москву, мы едем на концерт в Петербург, мы едем к людям, которые хотят от нас что-то услышать. И поэтому... И поэтому в Питер едем два раза, а Москва... Географическая это привязка, она не играет никакой роли. Спасибо. Еще у коллег есть вопросы? Это мы так узурпировали микрофон, или можно продолжать? Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Никита, интернет-портал alfest.ru. Вопрос у меня следующий. Вот, судя по песне, которая прозвучала сейчас на фестивале, вы смотрели и знакомы, видимо, с фильмом «Дух времени». Да, но песня, она не имеет непосредственного отношения к фильму все-таки, потому что само это определение «Zeitgeist», оно появилось гораздо раньше, лично для меня это какое-то такое выражение, когда
выразить происходящее какими-то другими словами уже невозможно, потому что очень многие вещи, которые сегодня происходят там, в стране, в мире, никак логически я себе объяснить не могу, потому что это, ну, не знаю, как-то противоестественно, негуманно. И это объясняется, ну, только вот, вот можно развести руками и сказать, ну что делать, время такое. И только об этом. Хотя фильм хороший. Я еще вот хотел спросить, вот во время, когда вы находитесь в туре, да, там, поезда, самолеты, ну, неважно, да, чем вы себя занимаете? Может быть, какие-то книги? Если да, то что вообще перечислить из, собственно, книг? Может быть, музыку слушаете, что-то новое для себя тоже открыли? Именно вот в туре. Книги. Спасибо. Книги, планшетники, карты. Все как у всех. Очень-очень-очень-очень много разных способов развлечь себя в туре. Безусловно, читаем, смотрим какие-то фильмы. Я в прошедшем, вот в туре, который у нас был, предыдущем, я там досматривал сериал, который мне неожиданно совершенно понравился. Название из головы вылетело. Про байкеров. Американский про байкеров. Бандитов. Ад на колесах. Не-не-не. Лучше типа того, да. Сейчас обзову. Сын анархии. Это был бы следующий вариант. Потрясающий саундтрек ко всему сериалу. Я вот для себя еще и какую-то такую музыку открыл. Какие-то такие блюзы, к которым у меня не сильно лежала душа, а тут прям вот мне очень сильно понравилось. Читаем книги, играем в игры, мы постепенно становимся фанатами настольных каких-то игр и очень много и разных с собой таскаем. Вот весь прошлый тур проходил там под эгидой одной настольной игры и интересной. Поэтому как-то все спокойно. Все как у людей, в общем. Все. Ну нет, и обсуждение планов. Да. Не все как у людей, кто-то бухает. Собственно, пока недалеко ушли вот вопрос касательно литературы. Дело в том, что эти вопросы нам задавали слушатели по радио, и как бы вот одна из девушек спрашивает именно у вас. Я слышала, что вы начитанный человек. На ваша любимая книга, которую вы можете перечитывать бесконечно. У любой какой-то конкретной истории, у которой вот есть какое-то начало и какой-то конец, все равно ее там всю жизнь по кругу мусорить и пытаться найти там какие-то новые нюансы очень тяжело. Поэтому на такой вопрос, ну, вариант все равно будет, ну, какой-то логичной должна быть книга без истории, в принципе, а вот с каким-то другим содержанием. И для меня это Библия, книга, которую я могу перечитывать бесконечное количество раз, но мне как раз вот какая-то, скажем там, историческая часть, она меньше нравится, где там кто кого родил и на кого пошли войной, то есть, и, ну, это все важно, и там можно почерпнуть какую-то информацию, но мои любимые части — это, собственно, притчи и Нагорная проповедь. Вот это можно читать, потому что, ну, как-то соответствует там духу и внутреннему настроению, при том, что я себя, не знаю, христианином, сильно верующим человеком не могу назвать. Мне просто это очень близко и нравится. Снова к вопросу о вашем творчестве, о вашей деятельности. В мае закончился фестиваль «Роксмена». Считаете ли вы его удавшимся, довольны ли результатами? Будете ли проводить в следующем году? И есть ли какие-то планы вот именно на будущий год? Безусловно, довольны результатом.
типа нас, собственно, всех потрясло то, что произошло, скажем так, в новой, ну, как бы назвать, номинации, что ли, в новом разделе, который появился в фестивале, хотя мы его второй раз проводили, но то, что ребята сделали какие-то вот видеоработы, видеоклипы, мы надеялись, что будет что-то достойное, но то, что получится такого уровня результаты, это, конечно, нас очень порадовало. Ну и нужно сказать, что те коллективы, которые непосредственно участвовали в фестивале, они, конечно, гораздо более сложившиеся уже и более профессиональные, чем те группы, которые играли на первом фестивале. Я не хочу никого обидеть, но я думаю, что ребята и сами там отдают себе отчет, если способны, конечно, мыслить как-то объективно. Я на это очень надеюсь. Потому что первый фестиваль был именно для ребят, которые сделали свой первый шаг. Все, у нас группа. И собственно, вот таких ребят мы приглашали. А в Рок-сцене участвовали уже группы, сложившиеся, у которых есть какие-то релизы, у которых есть постоянные концерты. И это было видно по уровню того, что происходило на сцене. Там есть несколько коллективов, которые чисто с технической точки зрения, по технике игры, по тому, как человек, как люди способны держать себя на сцене, по материалу, они от нас уже в принципе ничем не отличаются, просто про нас люди знают, а про них нет. И я очень надеюсь, что мы вот этим фестивалем, ну, какой-то пускай маленький, слабенький, но все равно волшебный пендель этим группам дали, и теперь, ну, у них появилось чуть больше вариантов, чем было до фестиваля. У нас в рамках вот как раз поддержки, информационной поддержки фестиваля Доброфест проходили интервью с участниками альтернативной сцены. В числе прочих была группа, для которой вы являетесь вот именно вдохновителями. Это группа Sense of Existence. И из этого интервью родился вопрос, собственно, что бы вы посоветовали начинающим командам, чтобы они вот развивались, чтобы их путь был успешным? Я в очередной раз буду хитрить, потому что, ну, вот, у меня и из истории, там, из пути, которые мы прошли, я могу сказать, репетируйте до посинения, но это путь, который не всем подходит, потому что, что называется, есть Моцарт и Сальери. Моцарт такой родился и там и шпарил потрясающие произведения, потому что вот безумно талантлив от Бога, от природы, как хотите называйте. И есть Сальери, которые своим трудом, своими стараниями себе прокладывали путь в музыку. Вот мы, скорее всего, из второй категории, потому что мы с первого дня там, существования нас как коллектива, все через какой-то вот, ну, через труд, через долгие репетиции, постоянные. Мы, я думаю, до сих пор репетируем столько, сколько не репетируют там даже начинающие команды. Нам это нужно, ну и на самом деле и нравится. Все, что могу сказать, это отослать к словам других людей. Вот ребята из... забыл название по-немецки. Да, точно, правильно. Они классные вещи. Хотите стать популярными, станьте популярными в том месте, где вы живете, где вы репетируете, где вы родились. То есть если вы способны своим творчеством увлечь 10 человек, 20 человек, значит у вас будет и 100 человек, и 1000. Если вы даже 10 не можете завести, ну значит пиши пропало. И еще одна цитата, которая мне очень нравится, это то, что сказал
не нужно оставаться в музыке, если тебе это просто прикол. Вот тебе нравится музыка, и ты хочешь этим заниматься. Это не вариант, что у тебя все получится. Вот если ты бросишь музыку, и в какой-то момент вдруг поймешь, что ты без этого просто не можешь дальше жить, ну вот тогда надо все со всем остальным завязывать и уже и искать себя. Коллеги, у кого есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки. Все все знают. Тогда, пожалуйста, последний вопрос. Ну и, собственно, последний вопрос. Ваше отношение к интернет-СМИ и именно к интернет-радиостанциям. Согласились ли бы вы принять наше предложение уже после Топрофеста прийти к нам в гости и дать интервью для наших слушателей? Куда? Куда прийти? На радио «Эквилибриум». А где оно географически находится? Дело в том, что у нас удаленно проходит интервью, и мы максимально сделаем это удобно для вас. То есть... Прямо из вашего дома, да, по скайпу, пожалуйста. Почему нет, конечно, конечно, легко. Спасибо. А отношение к интернету, ну, это на сегодняшний день фактически последний оплот свободного слова, потому что если смотреть на то, что происходит с остальными СМИ, здесь все-таки гораздо больше вариантов того, что можно сделать, потому что там тебе могут прийти и, условно говоря, сломать станок, а здесь очень тяжело. Спасибо вам большое. Спасибо. Снова холода, измотать себя.